Друзья, всем привет! Вас, наверное, заинтересовало это видео, и у вас есть проблемы с крысами, может, с мышами на даче, в частном доме и так далее. Этот способ достаточно гуманный, он без вредных химикатов. И, конечно, способов много, но этот, во-первых, дешевый, ничего покупать не нужно. И дело в том, что в этом рецепте используются те ингредиенты, которые наверняка есть в вашем доме. Что нам понадобится? Зубная паста, пищевая сода, мука, это сахарный песок и арахис. В посуду я добавляю 2 столовые ложки муки. Не забудьте сразу подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы быть всегда в курсе новых интересных видео. 1 столовую ложку пищевой соды, 1 столовую ложку сахарного песка, 1 столовую ложку зубной пасты. Но в процессе, если понадобится, нужно будет добавить еще немного зубной пасты. Я пока добавляю только 1, и потом посмотрим. Измельчаем арахис при помощи ступы, не очень мелко, не в муку. Арахиса понадобится 1 столовая ложка. Добавляю. Теперь нужно все это перемешать. Зубная паста здесь служит, так можно сказать, связующим звеном. Если смесь не комкуется еще, добавляем зубную пасту. И снова перемешиваем. Из этой массы нам нужно слепить шарики. Сейчас покажу, как. Масса должна быть липкой. Тщательно перемешиваю. И будем формировать такие небольшие круглые шарики. Таким образом можно слепить любое количество шариков. Ингредиенты доступны, дешевые есть наверняка в каждом доме. И вот эти вот шарики нужно поместить в места, где вы видели мыши или думаете, что они есть там. Ну, мыши, крысы. Грызунов привлекает в этом рецепте сахар, арахис. И как только они попробуют приманку, то вашей проблемы не должно быть. И пищевая сода в этом рецепте вызывает гибель грызунов. Друзья, а вы знали об этом способе? Напишите, пожалуйста, под видео. И, может быть, пробовали, а может быть, у вас есть какие-то свои необычные рецепты, которые действительно работают. Жду под этим видео. До следующей встречи. Всем пока-пока.